Всем привет, дорогие друзья, с вами LG. Сегодня мы с вами попробуем поменять местами Землю и Солнце. Один из подписчиков мне предложил это, то есть это не я сейчас придумал, это предложил мне один из моих подписчиков. Соответственно, почитав про это больше, я хочу вам сейчас рассказать, почему я решил это так сделать. Есть довольно много людей, которые верят в то, что Земля плоская, вот, ну и прочие мифы с этим связаны. Вот. Есть многие люди, которые думают, что Земля в центре мира, что Солнце может упасть на Землю. Ну и прочие такие же безграмотные люди, которые лучше бы они не рождались, либо учились. Но дело в том, что они даже и не хотят учиться. Как бы вот такое вот небольшое лирическое вступление у меня сегодня. В общем, учиться лучше всегда, ребята, это самое классное. Всем советую. То есть... Неважно, в школе, в институте, учиться это очень хорошо, это очень полезно, в первую очередь, для вас. Ну что ж, а теперь мы давайте с вами перейдем к нашему видеоролику сегодняшнему. Мы с вами поменяем Землю и Солнце. Сейчас общепринятой теорией является гелиоцентрическая система мира, то есть центр нашей Солнечной системы находится в центре звезды Солнца. Земля и прочие планеты вращаются вокруг Солнца. Была... Давным-давно в Древней Греции геоцентрическая система мира. Это она подразумевает то, что в центре Земли стоит, в центре мира находится Земля. Вокруг нее все планеты вращаются. И именно сегодня мы с вами это и сделаем. Итак, давайте нажмем паузу и удалим Солнце. Собственно, ну, что, надо удалить Солнце по-любому. Ну, я еще думаю, нужно будет включить сетку. Давайте включим сетку. Так, теперь мы возьмем Землю и добавим Землю вот сюда вот в центр, да? Ну, вот сюда вот, я думаю, мы Землю добавим. Ну, маленькая такая вот планеточка. Ну, не совсем в центр я, конечно же, попал, как вы можете заметить, но... Так, ну, более-менее рядышком где-то, да? Так, вот такая Земля, 0,0 метров в секунду. Так. А вот эту Землю мы теперь удаляем. Нет, точнее, пока не удаляем. Нет. Теперь мы создаем Солнце. Солнце, да? Орбитное. Орбитное Солнце вот так вот. Которое вот на таком вот, да, примерно будет радиусе. Вот, и более того, оно будет летать со скоростью 30 километров в секунду. Ну, все правильно. Собственно, Солнце, да. Такую и должно иметь скорость. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами поменяли это дело местами. Я предлагаю вам сейчас всем отжать паузу и насладиться крахом Солнечной системы. Вы готовы? Поехали, ребята. Ну, давайте. Что же будет спустя некоторое время? Земля в центре, как вы можете заметить, мира, да? Вот. То есть вот что будет, если поменять местами. Как вы видите, Земля сейчас совершит гравитационный маневр какой-то. Как вы видите, все начало просто вращаться по каким-то невнятным никому орбитам. Так, Юпитер, звезда, Солнце. Так, все это дело летит вокруг Солнца. Ну, собственно, как следовало ожидать, покинут свою Солнечную систему Уран, Нептун, покинет Плутон... Покинет Марс, покинет Сатурн и даже Юпитер, дорогие друзья, покинет Солнечную систему. И даже Меркурий. В Солнечной системе останется лишь Венера и Земля. Как вы видите, Земля стала гораздо теплее, она более нагрелась сильно. То есть, как вы можете заметить, температура 50 градусов. Все ледники растаяли. Давайте мы это сейчас с вами просимулируем, что все ледники растаяли. А то как-то немножечко нереалистично, да? Во, вот так. Вот, все ледники растаяли. Землю затопило наполовину. Вот так, давайте теперь посмотрим на Венеру. Ну что здесь, 354 градуса. Ну, де-факто, так сказать, на Венере-то ничего и не изменилось, по факту. Но, вот, как вы видите, она вращается вокруг Солнца.
И периодически она, когда пролетает мимо Солнца прямо рядом, да, вот вы можете заметить это сейчас, вот сейчас, она разогревается до 700 градусов. То есть вот сейчас, в данный момент, она разогревается до 700 градусов так, что начинает просто краснеть. Атмосфера как бы испаряется или теряется, я не знаю. Но, в общем, Венера начинает краснеть в смущении в такой близости от Солнца. Вот, собственно... Это вот так и происходит. То есть остается Солнце, остается Земля и остается Венера. Ну что, давайте подождем немножечко, посмотрим, что будет дальше. Собственно, ну, с этими планетами все понятно. Уже про них даже нечего думать. Ну, Юпитер. С Юпитером тоже все понятно. Остается только Солнце и Венера. А где Венера? Я что, удалил Венеру? Мать твою, ублюдок. Нет, нет, вернись, твою мать, туда лететь, к Солнцу. Все, Венера летит к Солнцу, ребят. Она должна, Солнце должно его цепануть сейчас, Венеру. Нет, ладно, ок. Ребят, я случайно удалил Венеру, это был фейл, не отрицаем. Вот, более того, там какая-то вообще дикая эксцентрическая орбита была. Вот, и поэтому это был большой такой вот фейл. То есть, ну что, давайте, ребят, сейчас с вами попробуем возродить Солнечную систему. Нам для этого нужно практически остановить Солнце. Для этого нам нужно остановить Солнце практически целиком. Ну, давайте... Попробуем сделать 10, например, да? Что будет тогда? Землю потеряла звезда наша. Как видите, произошло такое вот отделение, да, Земли от Луны. Ну, что? Ой, блин, Земли от Солнца. Ну что ж, дорогие друзья, вы сейчас своими глазами увидели, что произойдет, если поменять Землю местами с Солнцем. Вот, ну и давайте я уж тогда выполню еще одно желание, которое было давным-давно, да, уже предложено. Вот, короче говоря, накорми Солнце. Ну, по факту, кто-то хотел, чтобы оно увеличилось в размерах. Мне, в принципе, не трудно это сделать, тем более, что у меня есть вот такая вот Big Gas Giant планета, да, которая 77,1 Юпитер, то есть это максимально возможный размер планеты, собственно, да. Вот, по идее, это не звезда еще, то есть не взорвется ничего, не должно произойти взрыв сверхновой. Да? А почему? Не-не-не-не-не-не, это немножечко не то. Ребята, не должно было ничего произойти. На самом-то деле, да? Ну ладно, давайте сделаем еще раз Big Gas Giant вот так вот. Так. И, собственно, сделаем, ну, 67 Юпитеров, например, да? Гораздо меньше ее массу сделаем. И вот теперь будем смотреть. Сейчас врежется это дело в Солнце. Ох, как меня откинуло-то, а? Вот это меня откинуло. Суперновая. Подождите. Еще можно на это с Земли посмотреть. Ладно. Вот, вы как видите, на Земле наступила уже вечная ночь. Мы видим взрыв сверхновой. Ладно, это уже неинтересно. Это все 100 раз было. Это уже скучно. Так, давайте попробуем с вами. Ну что, чем? Рандом газгиантами будем кормить солнышко, да? Чем их там еще можно, я не знаю, кормить? Ну давай. Полетели. Ой-ё. Они все слились, короче, в один. И сейчас все это ударится прямо в Солнце. О, нормально. Вы видите это, ребята? Вы видите этот просто хвост? Блин, ребята, это круто. А это реально круто, смотрите, Солнце-то бомбардировать.
Можно даже вот отсюда попробовать. Вот отсюда попробовать. Бам. Буф-буф-буф. Эй, хорошо-то как. Солнышко накушалось. Ну, так, частично. Ладно, не будем нерандомными, будем Юпитерами, короче, бомбить Солнце. Бомбить Солнце, короче, ребят. Оно должно каким-то образом изменить себя. То есть, Япона, мать! А что я сделал? Твою... Господи, боже ты мой. Вот это да! Бабах! Мать твою, что творится? Смотрите. Ё-моё, что я сделал, ребята? Это же круто. Смотрите, как круто. Как это круто выглядит. Давайте больше, больше. Больше, больше в звезду. Больше. 1,4 солнца. Мы сейчас с вами вот так вот понасилуем солнце, короче говоря. Вот таким вот образом немножечко. И посмотрим, как это будет у нас скажется на Солнечной системе. Давай, 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 давай. Все, лети туда, короче. Все, 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 давай, до свидания, лети. Так, короче, ребята, у нас появилось несколько новых орбит. У нас появилось много разнообразных всяких вещей. Вот, люминосити, как вы видите, поднялось. То есть свечение стало больше. Вокруг Солнца теперь вращаются еще две планеты. Как вы видите, температура поднимается на всех планетах. И на Земле в том числе, на Земле 19 градусов. Очень сильно влияют эти Юпитеры на Солнце, из-за чего... Ну, Венера уже разогревается. Вот, ну я вам сейчас могу показать, это, короче говоря... Habitable Zone, Земля уже в нее практически не входит, а вот Марс, возможно, терраформируется, кстати. Давайте мы с вами посмотрим, а сколько... Во! Слушайте, гениальный эксперимент. Давайте прямо сейчас его мы с вами и проведем. Еще раз заново, да? Итак, эксперимент звучит так. Сколько Юпитеров необходимо добавить в Солнце, чтобы получить живой Марс? Ответ вы узнаете прямо сейчас. Итак, мы берем один Юпитер и погнали. Давай побыстрее только, чтобы это... Раз. Естественно, сделаем скорость такую нормальную человеческую, да? Раз, два. Чё так быстро? Простите. Это что-то быстро очень, что? Или чё? Или чё? Вот, нормально. Стоп, блин, я не считал же. Твою мать. Ладно, давайте еще раз. Ну, будем считать, что ничего не было, да? Ну, один, да? Один пока что. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь. Двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62... 63, ну и я думаю, можно 63, пошел ты нахуй, а? Вот, 63 и вот так вот оставить. Собственно, почему сейчас это пиратская копия у меня? Потому что, я уже объяснял, потому что разработчики криворукие, товарищи, которые не могут сделать нормальную игру. Итак, 66 Юпитеров мы добавили в Солнце. Ну и давайте посмотрим на нынешнюю Habitable Zone. Марс в нее входит уже однозначно. И даже очень близко к ней находится. Земля уже находится практически по центру. То есть Венера тут, наверное, вообще раскочегарилась уже. Ну нет, не совсем. Но Земля находится довольно-таки
близко, и средняя температура на Земле стала 55 градусов. Ну, чтобы понимали, да, все, естественно, затопило. Что это же Великий потоп? Ледники-то растаяли? Вот, ну что, давайте посмотрим на Марс. Что тут температура? Минус 14, ребята, зимой. До плюс 3, 3 летом. И даже если немножечко еще подкрутить эксцентриет, вот так вот, то летом будет прямо конфетка вообще на Марсе. Вот. То есть, короче, зимой минус 40, летом плюс 4. Вполне нормально. Я думаю, так. Ну что ж, это все, нет? Или нет еще? Климейт давайте включим обязательно. Вот, температура летом, видите, 36 градусов, нормально. Собственно, вода-то есть на Марсе, вообще-то говоря. А он что, он ее удержать даже не может? Лол. Ну, да, насрать. Во. Короче, так. Ну, на этом все, дорогие друзья. Ух, какая длинная серия получилась. 16 минут получилось. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был LG. Будет больше в будущем интересных роликов. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.